Молодежный форум состоялся в здании областной научной библиотеки. Его организатором стала прокуратура 33-го региона. Около сотни студентов ведущих вузов Владимира пришли сюда, чтобы откровенно поговорить с представителями власти и прокуратуры на вечно актуальную тему о способах борьбы с коррупцией. Первые лица области уверены, студенты могут полноценно помочь в решении проблемы. Молодежь может активно мониторить ситуацию, связанную с коррупционными проявлениями, непосредственно по месту жительства, учебы или работы. Поверьте, для этого сегодня существует достаточно много открытых механизмов. Вот, существует и ряд инстанций, куда всегда вот, можно обратиться. И чем более аргументировано это обращение, чем больше оно содержит фактов, тем эффективнее эта борьба. Михаил Колков убежден, проблема коррупции касается каждого жителя России. Ведь важно понимать, что спрос рождает предложение. Далеко не всегда инициатива идет от тех, кто хочет получить взятку. Часто жители сами предлагают деньги, чтобы решить свои проблемы. Один из очевидных примеров – подкуп сотрудников ГИБДД. Поглядите вокруг себя, и вы найдете массу подобных проявлений. Поэтому коррупция – это, к сожалению, улица с двусторонним движением. И наша задача сегодня без прикрас откровенно и спокойно поговорить об этом с молодежью. Проблема борьбы коррупции всегда являлась одной из приоритетных, наверное, направлений работы прокуратуры и вообще органов власти. Потому что мы не секрет ни для кого, что коррупция наносит огромный ущерб не только бюджету, но и дискредитирует власть, принижает достижения политической и экономической жизни нашей страны. Разговор длился примерно полтора часа. Стоит сказать, что выступления Игоря Пантюшина и Михаила Колкова не заняли много времени. Большую часть встречи спикеры отвечали на вопросы. У меня вопрос, касающийся правового просвещения. Какова роль органов прокуратуры в формировании общественного антикоррупционного сознания? Вот, соответственно, помимо таких форумов. На этот и другие вопросы молодые люди получили развернутый и прямой ответ. Подобные встречи планируется устраивать и в дальнейшем. Дмитрий Киричков, Стас Трегубов, Губерния 33.